навстречу, нам там не объехать. В общем, жесть. Красивый, Володя, очень красивый. Страшно. Тут еще камни, видимо, все, наверное, падают периодически. Еще один туннель. 1700 метров. 1700 метров, понятно. Самый первый был самый страшный. Только даже не освещаемый. Ты вспомни, в Европе освещаемый же туннель. Конечно. Там не страшно ехать. Просто отдыхают, греются на теплом асфальте. Просто круто. Сами по себе. Страховку вон везде можно было. Смотрите, какой у нас. Еще не все, посмотрите, какая гора здесь.